В шахтерском поселке Джибари-Хая состоялся ежегодный отчет главы муниципального образования перед населением. Во встрече приняли участие представители Якутугля, Министерства промышленности и службы занятости республики. Шахта Джибари-Хая – городообразующее предприятие поселка. Переживает сегодня не лучшие времена. Со следующего года здесь ожидается переход на открытый способ добычи угля. Это привлечет сокращение шахтеров. Многим сотрудникам предлагают переобучиться и менять профессию. Новые требования не удовлетворяют население. Камнем преткновения также является жилищный вопрос. Желающие уехать не могут продать недвижимость. На сегодня есть такой шанс обучиться не только по программе холдинговой компании, но и по программе Центра занятости населения. Да? И поэтому вот то, что идет компания на эти уступки, на этот шаг, это, конечно, очень хороший шанс.